Впереди главная ночь в году. Сейчас основная задача – купить все необходимое к новогоднему ужину. Сделать правильный выбор нам помогут в магазине «Перекресток» в торговом центре «Курс». Какой Новый год без мандаринов? А как выбрать самые сладкие, узнаем у Александры. Как выбрать самые сладкие мандарины, я вам сейчас расскажу. Мандарины берем в руку, да, трогаем их и понимаем, что шкурка отходит от самого мандарина. Тем самым он зрелый, спелый и будет самый вкусный и самый сладкий. У нас в магазине представлено более 10 видов мандаринов. Новогоднее застолье хочется сделать особенным. Яркий акцент придаст ягодный микс. Малина, черешня, клубника, ежевика, смородина, ананас, виноград. Вкусный и очень свежий. Вот уже несколько месяцев в торговом зале магазина «Перекресток» работает специальный консультант, который поможет покупателям разобраться с выбором овощей и фруктов. Также я могу помочь разобраться с ассортиментом, проходящими акциями, новинками, а также упаковать и взвесить. Зеленая линия. Виктория, расскажите, почему в вашем магазине так много продуктов этой марки? «Зеленая линия» – это наша собственная торговая марка, которая представлена только в нашей сети «Перекресток». Она представлена в нескольких категориях товаров. К Новому году и к новогоднему столу актуальный будет выбор товаров гастронома. А вот этот прилавок – настоящее спасение для тех, кто не любит готовить или просто хочет сэкономить свое время. Здесь представлены уже сервированные тарелки мясной и сырной нарезки. Также на прилавках представлены готовые горячие голодные блюда. Это салаты оливье, сельдь под шубой, плов, также готовые салаты к новогоднему столу. Наши повара по вашему желанию приготовят любые блюда. А теперь перейдем к главному новогоднему деликатесу – красной икре. Виктория, расскажите, правда ли, что чем дороже, тем лучше? Нет, хочу разрушить стереотип. На самом деле все сугубо индивидуально. Каждый покупатель выбирает свой вид икры. Кому-то нравится икра горбуши, кому-то нравится икра форели, кому-то нравится икра нерки. Также у нас в супермаркете есть собственное производство пекарни. Багеты, которые вы тоже можете привезти как кросс-продаж для икры. Большим спросом в предновогоднюю суету пользуется рыбная гастрономия. В нашем супермаркете она представлена в нескольких видах. Это рыба охлажденная, рыба слабой соли, горячего копчения, холодного копчения. По вашему требованию сотрудники могут почистить и разделать для вас. А если вы соберетесь в гости, и чтобы не идти с пустыми руками, для вас у нас есть вот такие замечательные новогодние корзины. Вот такая богатая, разнообразная и необычная корзина получилась у нас к новогоднему столу. А чтобы не стоять в очереди, все это мы оплатили на кассе самообслуживания. Покупали продукты в магазине «Перекресток» Наталья Буслаева и Сергей Ларин. Специально для «Видное ТВ».